Добрый вечер, уважаемые коллеги. Сегодня прошел очередной судебный процесс по уголовному делу в отношении 37 подсудимых, обвиняемых в массовых беспорядках, имевших место 16-17 декабря 2011 года в городе Жаңаөзен. За 15 минут до начала процесса в зал судебного заседания были заведены 37 подсудимых. После вошли потерпевшие и близкие родственники подсудимых. Все желающие присутствовать и наблюдать за ходом процесса были допущены в зал суда и в специальное помещение, оборудованное монитором. Сегодня зал судебного заседания, рассчитанный на 170 мест, был заполнен на 80%. Специальное помещение, рассчитанное на 150 мест, был заполнен на 60% гражданами, пожелавшими наблюдать за ходом процесса. Сегодняшнее судебное разбирательство прошло в обычном режиме, обеспечивающем нормальную работу суда и безопасность участников процесса. В ходе главного судебного разбирательства сегодня было допрошено 27 потерпевших. Следующее судебное заседание назначено на 30 марта в 10:00. Спасибо за внимание.